длинное платье Дженни. Я помню, как это платье произвело фурор в нашей модной рубрике «Платье Дженни». Платье Дженни представлено в 5 расцветках на выбор. И вот один из новых цветов, который вы видите сейчас на экране, наша Настя выбирает вместе с новыми туфельками. Да, раз уж это не новинка, но у нас есть новые цвета, все равно получается, что новинка. Платье Дженни. 2799 рублей. Будьте первой, кто протестирует на себе, на своем окружении новый цвет. Получите массу, море удовольствия и море комплиментов. Итак, как называется цвет на Насте? Настя выбирает красные астры. И под яркие красные цветы идеально подходят наши новые туфли. О, да. Ну, а Марина выбирает сегодня для себя бирюзу. Любимые оттенки наших женщин. Принт здесь тоже цветочный, но мне очень нравится фантазия, эффект 3D. Итак, ну это еще не все, подождите. Да, платье уже зарекомендовало себя, новые расцветки появились. Так, какие еще цвета мы можем предложить сегодня телезрителям? Мне очень нравится коричневый цвет, здесь мы тоже видим цветочный принт и потрясающие оттенки золота переливаются на вискозном полотне. Потрясающе красиво, необычно. О, это красные астры, мы их уже оценили. А вот джинс, Наденька, именно этот цвет наши женщины запомнили. И любимый принт Оленьки Грядуновой «Леопард». Этого цвета осталось очень мало, даже я не стала надевать джинсу, потому что знаю, что ее раскупят вперед остальных цветов очень быстро, поэтому кому нравится джинса, заказывайте. И на мне синие выбор астры. Синие астры, давайте посмотрим, я похожа на Настеньку, потому что у нее красные астры по принту. Смотри, Свет, здесь получается другое совершенно решение, здесь сверху у нас геометрия, которая плавно переходит в природу, в красивые эффектные цветы, в данном случае красные астры. Синие астры. Сразу хочу заметить, многие женщины, выбирая такое платье, могут одновременно подчеркнуть свой утонченный стиль. Сегодня сочетание принтов очень модно. И современная геометрия 21 век, и цветочный принт романтика. Вообще, Надя, цветы женщину делают более молодой и романтичной. Да. И мне очень нравится это смелое сочетание двух принтов. Насчет длины их сразу, вот первым делом хочу спросить. Ткань приятная, немножко опустим, может, если успеем, поговорим. Вот мне волнует длина. Я когда это платье мерила, оно у меня по-разному. Я его уж и вот так вот, с напуском, и чуть подлиннее. Как все-таки правильно? Надюша, смотри, вообще платье состоит из двух частей. Оно отрезное по талии, и это прекрасно, потому что на линии талии у нас есть эластичная лента. Широкая эластичная лента поможет отрегулировать длину платья Дженни. Например, рост у женщины невысокий, поэтому она может приподнять эластичную ленту. Настенька, продемонстрируй, пожалуйста, приподними платьишко вот так вот. Смотрите, платье становится короче. Таким образом, мы с вами убиваем двух зайцев. Мы меняем длину платья и убираем животик. Ой, мне нравятся универсальные лоты. Мне нравятся платья, которые подойдут под любой рост. А платье Дженни именно такое. И я напомню, что у нас новые цвета. Красные астры на Анастасии и синие астры на мне. А еще есть у нас леопардовый деним и коричневый цвет. Выбирайте свой, звоните прямо сейчас операторам, потому что не все цвета у нас в одинаковых объемах, какие-то уже могут начать заканчиваться. Ну и цена менее 3000, 2799 рублей. А вообще, Надюша, я хочу сказать, еще обратить внимание не только на оригинальный фасон, который помогает платью трансформироваться, я хочу поговорить о ткани. За счет чего ткань так идеально струится? Давайте еще раз посмотрим. Ой, на Марину. Очень конечно, красиво. Струящееся вискозное полотно обладает микрочастицами. Это микроволокна, поэтому оно называется микромасло. И я сейчас представляю, как тело дышит, Наденька, да, как да, тебе дышит. Комфортно. Я стою вообще свободно в жаркой, абсолютно душной аудитории, в душной студии. Учитывая то, что уже были две рубрики перед нами. Ну, а сейчас хочу продемонстрировать, что микромасло обладает не только приятными тактильными ощущениями, но еще хочется проверить, что как эта ткань поведет себя после стирки. Вы видели, как я перетягивала эту ткань, но нигде ни одного залома мы не видим. Это секреты микромасла, она струится, ткань очень хороша в уходе, обычная легкая стирка, ну и, конечно же, эту ткань можно не гладить. Не гладить можно, да? Супер! Посмотрите, такое нарядное платье еще не нуждается в специальном уходе. Стираем дома, не гладим, выбираем только свой цвет сейчас. Ростовка разная, от 158, от 155 и далее. Цветочный принт всегда актуален, напомним, цвета бирюзовый,
бордовая расцветка. Я влюбилась. Это новинка. Да. Его выбирает наша Марина. Марина носит размер 50-52 и выбирает платье Дженни 50-го размера. Mm-hmm. Еще раз хочется обратить внимание на то, что это платье трансформер. Мы носим его по-разному. Марина выбрала сейчас удлиненный силуэт, а вот сейчас она изменила платье. И платье Макси превращается в миди. Смотрится как костюм, когда она приподняла. Ощущение полное, что сверху блуза, блуза и снизу юбка. Юбка. Да. Красные астры – выбор нашей Анастасии. Настя выбирает также свободный силуэт платья. Мы можем убрать животик, выбираем бедра. Платье-трансформер – это новые цвета, новые расцветки для вас. Я считаю, это вообще беспроигрышное платье, в котором любая женщина будет привлекательная. Итак, у нас остались коричневый цвет. Смотрите, это тот же самый бирюза, только в коричневом исполнении. И джинс. Да, под тип джинсы, то есть вот такой вот голубой цвет в леопарде. 2799 рублей. Мы продлеваем период вкусной цены. Поторопитесь. Сразу хочу сказать, многие наши работники телеканала Shop & Show наряжают своих мамочек. Вот у Арины Горшковой мамочка уже приобрела платье Дженни. И мне очень нравится, что мама сегодня у Арины модничает в платье Дженни, которое моделирует фигуру и делает ее еще моложе. Мы передаем привет нашей Аришке. Ну и платье Дженни. Несколько слов о простом уходе. Это платье, обладая шелковистой текстурой, порадует вас не только приятным холодком, но еще и простотой в уходе. Обычная стирка при температуре 30 градусов. И еще раз хочу напомнить. Микромасло, ткань нового поколения. Проста в уходе и не требуется влажка. Поразительно. Такое красивое платье. Эффектное. Кстати, Света, а можешь рекомендовать его, например, кому-то на выпускной вечер, потому что вот Марина сейчас выглядит абсолютно, если у Настеньки более кажуальный такой стиль, да, дизайн, то Марина выглядит очень по-вечернему. Я хочу сразу сказать, учитывая статусную шелковистую текстуру ткани, мы в этом платье, Надя, можем пойти на торжество и на работу. Я вообще люблю сегодня такие вещи, которые не требуют особого какого-то случая. Мы носим эти вещи и радуемся. Я бы и Насте посоветовала так пойти на любое мероприятие, потому что все-таки яркость этого сложного принта говорит о том, что девушка выбрала платье со вкусом.